Всем привет! Мы находимся у магазина Squat по адресу Большие Каменщики 15. И мы пришли сюда для того, чтобы собрать максимально неудобный комплект. Делаем мы это, потому что мы запускаем новую рубрику Game of Skate на неудобном комплекте. Мы будем приезжать в скейт-парки на неудобных досках и будем играть в скейт с ребятами. И если райдеры Барбершопа Squat будут проигрывать, то мы будем дарить доску. Нормально? Сейчас. Так, для начала нам нужно выбрать доску. Так, кстати, я сюда пришел по наводке, мне ребята сказали, что доска Almost сейчас на скидке. Ну что ж, так и есть, на самом деле, доска Almost Юрий Фачини стоит всего лишь 3750. Ребят, покупайте. Так, ну такую мы и возьмем. Давно хотел на Almost кататься. Так, началька. Что с подвесками? Мне уже страшно, если честно. Подвески, да, идеально вписываются. На самом деле, еще с четырех бегов попробуем попрыгать на них. Доска 8.2. 8.2 на 31.9. Подвески 215. Колеса крузерные. А, жесть. Так, по колесам решили начать на моих. Вот, если кататься на ней будет слишком просто, то мы поставим вот эти. Кто-то сегодня должен выиграть скейт, досочку, Squat. Вот. Так что начнем собирать и кататься. Кстати, ребят, по поводу Санта-Круза. Санта-Круз так и не сломался. Вот. Какого Санта-Круза? Ну, по которому я катался. В прошлый раз мы прыгали на ВДНХ со ступеней. Вот. Санта-Круз живой до сих пор. Я на ней катался каждый день. В парках бетонных и в стрите, вот, к сожалению, да, проходит время, она действительно крепкая, она не ломается, очень много раз приземлялся прям ногой в центр, ну, там, с высоты, со ступени, то есть прям так, и на видео видно, как она гнется, вот, но она не сломалась, то есть она раскрошенная, на ней кататься можно, я вот ее какому-нибудь другу отдам, буду докатывать. Итак, перед вами Independent, самые большие, 215, вот, если вы придете в магазин Squat, есть табличка, и вам любой консультант поможет выбрать правильное. Мы же для себя решили, что правильное будет взять самые широкие, вот. Посмотрим, как такой комплект вообще ведет себя в Уфуэсе, да, ну, я надеюсь, что мы еще попробуем попрыгать, там впервого находится Биг 4, да, мы поедем в парк Перо. Вот, еще попрыгаем со ступени на такой доске. Да, конечно, интересно, если вот флип сделать, как он будет вообще ловиться на таких подвесках. Да, короче, очень неудобно его собирать. Вот. Но я надеюсь, что будет удобно на нем кататься. Ну, тут он не встает. Да, да, ну, небольшая, ну да. Соответственно, у зрителя может возникнуть вообще вопрос, зачем мы все это делаем. Но делаем это, потому что очень большое количество ребят, катающихся в парке, катаются на плохих досках и на стафе, какому вот повезет, какие подвески там, допустим, денег нет ни у кого-то, да, кто-то, какие подвески друзья дадут, на таких катаешься. Я сам в свое время катался тоже на старых подвесках Bullet, там не было резьбы. И всегда, я помню, приходил на спот и искал какой-то кусок плитки, чтобы забить гайку. Да, то есть кататься на новых подвесках, на каких-то новых колесах, досках, это было прямо мечтой. Вот. Сейчас уже, да, прошло довольно много времени. И за собой замечаешь порой, вот как с этим Санта-Крузом. Я же его не сломал. Вот. Но все равно скрутил, потому что, по моему мнению, это уже не то. Крошенный, и мне на нем уже неудобно прыгать, то есть я хуже чувствую доску.
Хотя там 10 лет назад, да, катался на страшных огрызках, там есть фотографии, где просто нету половины тейла, он весь разбитый, там доска падала, и все равно прям катались каждый день. Ничего страшного, ничего там не мешало. Гайки вылетали со старых подвесок, подшипники были всегда сломаны, там минимум 3 подшипника поломаны, все равно шли кататься. В дождь, да, время меняется. Ну, соответственно, до сих пор в парке есть ребята, да, с плохими досками, вот. Ну и мы будем приезжать на таких комплектах, не самых удобных для катания, вот, и будем давать шанс ребятам выиграть новую доску не на контесте, а просто вот от движений. Ничего, она выглядит страшно, конечно. Теперь самая главная задача — скрутить колеса с моей доски. Но на подвеске, к сожалению, от ударов просто гайки смяты. Хотя подвески новые относительно. Это Independent 144. Вот. Доску 8,2, но я катаюсь на 8,5. Мне вообще нравится. Кстати, может, я не знаю, если кому-то понадобится эта информация. Есть гайки, типа специальные, с такой шляпкой сверху. Вот, они продаются в обычном автомобильном магазине. Вот, и сделано якобы для того, чтобы не сбивалась резьба на самой подвеске. Вот, гайка на 8. Короче, я попробовал такие, не надо покупать. Ничего она не спасает, сама шляпка вминается очень жестко. Вот, резьба все равно сбивается, а гайка начинает вылетать. Так что, единственный вариант — все равно кататься, прогрессировать, менять подвески в меру возможности, нарезать резьбу. Вот есть ключик специальный с плашкой внутри. Гаечки поменять. Двухминутное дело. Сейчас, ну она как-то не должна сниматься, блин. Пошла, да? Ну что, Катя? Ну как машинка, да, игрушечная. У меня с такими большими колесами, да, жесть какая-то. Вот что это такое? Так, это приз сегодняшнего дня. Доска Скотт. Да? 8,125. Модель Logo, напоминаю, сделана на заводе Челси. Мы ее тоже тестировали. Можете посмотреть тест на канале Скотт. И что, кто ее возьмет? Ее возьмет тот, кто выиграет меня в скейт на моем замечательном комплекте. Йо, как тебя зовут? Паша. Паш, чё, давай сыграем скейт? Ты на своем комплекте, а я на своем. Жесткий блогер. Ехали. Так, надо усложняем, да? Раскручим. Чтоб легко тебе было, да. Раскручим. Раскрутил и мясо.
сейчас вот до того момента, как не будет гайка улетать. Я на самом деле катаюсь на зажатых подвесках. Кстати говоря, Крис Кол в своем интервью сказал, что высота щелчка зависит от зажатости подвесок. Чем более подвески зажаты, тем выше щелчок, по мнению Крис Кол. Крис Кол очень уважаемый человек. Вот, поэтому, ребят, если кто-то хочет проверить, попробуйте зажать и будете высоко прыгать. А так, ну пойдем искать следующую жертву. Давай, парень, как тебя зовут? Меня зовут Юра. Давай. Чего смеешься? Играем по всему. Сейчас поставим одно колесо. Одно. Вообще одно? Вообще одно. Вот у нас есть Slime Balls. Доступно в магазине Squat. Можно подвески другой этой поставить. Да, что делаешь? Так, ну мы сейчас для максимального неудобства решили поменять местами подвеску. Да, сейчас уже все не так. Подвеска, я не знаю, как она себя поведет. Ничего не сможет. Как тебя зовут? Меня зовут тот, кто проиграет. Типа вот на этом. Это что-то нереальное. Давай, судья фа, судья фа, судья фа. Я проиграл. Thank you.
хотел ворваться вот сейчас, да? Вдвоем против меня на моем замечательном комплекте. И у вас две попытки на повторение всех. Девочки, спасибо вам большое за игру, это вам... Спасибо большое. Сейчас, вот, спасибо. Yeah. Чё ты хочешь, Данил? Я хочу показать, что можно на чем угодно кататься и получать удовольствие от скейтборда. И даже если доска не щелкает и не поворачивает, то можно просто выйти с друзьями и покататься на скейте, и все будет круто. Короче, просто катайтесь на скейте. Кататься можно на всем чем угодно, это здорово. Всем скейтборд!